Скучные и однообразные уроки давно в прошлом. Кто-то из учителей читает рэп, а наша героиня подготовила целое театрализованное представление. Последние штрихи в оформлении класса, последняя возможность ребятам повторить текст, а режиссеру и по совместительству учителя русского языка и литературы школы номер 7 Натальи Владимировне Алешиной раздать ценные указания, и импровизированный театр распахнет свои двери для зрителей. Расставить глазок и начни вытирать лоб. Как актеры, так и зрители здесь ученики 8 А-класса. Сегодня играют ревизора Николая Васильевича Гоголя. Конечно, только отрывок, ведь у учителя в запасе всего 45 минут. Иногда стараюсь баловать своих подопечных такими вещами, потому что учебный процесс, во-первых, я считаю, должен быть интересным. И потом, это же пьеса, если говорить о сегодняшнем уроке, да, это пьеса, которая должна быть на сцене поставлена, да, то есть ее нужно увидеть. Но сначала нужно еще приобрести билеты. Их можно было получить в обмен на правильные ответы на вопросы о произведении и авторе. Назовите имя и отчество Хлестакова. И вот, наконец, все билеты распроданы, зрители заняли свои места. Начинается действо. Осмелюсь представить семейство мое, жена и дочь. Как я счастлив, сударыня, что, наконец, имею вроде своем удовольствие вас видеть. Нам еще более приятно видеть такую особу. Помилуйте, сударыня, мне еще приятнее. Хлестаков в исполнении Тимофея Анурова получился весьма темпераментным. Для юноши это далеко не первая роль. Он занимается в школьном театральном кружке, но одна из любимых. Я, конечно, попытался сравнить это со спектаклем театра «Сатира». И, знаете, я даже скорее определил то, что у меня более своеобразное выступление, чем у того Хлестакова. Когда тот сделал акцент на разном поведении, постоянно меняя интонацию, я всегда пытался заострять внимание на самых дальних чертах характера Хлестакова, чтобы ребята лучше его поняли. После спектакля последовала небольшая театральная викторина, а также ребятам раздали памятки с указанием, в каких театрах можно посмотреть «Ревизора» в исполнении профессиональных актеров. Я просто шокирован выступлением. Мне особенно понравилась игра Тимофея Анурова, Хлестакова. Детям также будет интереснее учиться, потому что не все заинтересованы в этом. Кому-то это просто скучно, а такие это как-то разнообразит и, возможно, привлечет их внимание. Наталья Владимировна мне очень нравится, одна из моих любимых учительниц. Ее уроки не бывают скучными. Цель, например, сегодняшнего урока была не только показать инсценировку, да, это можно было сделать на любом другом уроке, а еще немножко познакомить с детьми с устройством театра, да, с правилами поведения, потому что не всегда... Некоторые дети бывают и не были ни разу в театре. И когда они придут, они уже будут многое знать и вести себя соответствующим образом. Сейчас восьмиклассники готовят еще одну театральную постановку, на этот раз о войне. В ней примут участие и некоторые из сегодняшних зрителей. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, «Видное трасс».